Равнодушие и безответственность некоторых предпринимателей создают проблемы жителям столицы и приводят к потерям муниципального бюджета. Мэр Кишинева Ион Чебан предупреждает, что если подрядчики не будут выполнять работы качественно, то последуют увольнения и штрафы. Городоначальник выразил свое недовольство после того, как дожди размыли часть асфальта в городе. Участки дороги и тротуары разрушились из-за скопления воды на улицах Инкулец и Десимициана в столице. Канализационные люки оказались заполнены, и вода нашла свой путь. Как тут? И плин. Что, после моей плин упадет? Да, вещи плин. Так, а есть лукрерный андрик, кто посмотрит, да? Хуже всего то, что ремонтные работы по этим адресам проводились год назад, но без учета нескольких аспектов, в том числе правильного расположения инженерных сетей. Там кумбакар тот лицинаторий Дерицеля, где спустили лорен до Митрищ и сегменту дата по страсу с формой кисового цаводи и газ. Кто-то он мерит плой птернич, он мерит апу на унтру, со формат погаша. Acestea nu le-am putut prevedea. O să dispunem ca toate regiile să își coordoneze în mod obligatoriu acțiunile de intervenție. Este foarte grav că Apu Canal sau companii care sunt contractate sau X-Grupul sau oricare altă companie municipală, nu contează că este publică sau că este privată, în instanță finală poate lăsa lucrări de genul ăsta. Мэр Ион Чебан приказал провести техническую экспертизу выполненных работ на двух улицах и наказать виновных. Требует идентификуем при экспертизе техника чиницы фача респонсабил. Шикер дака журишти не спон к термини сын депошиц, де атака на тя сенс, арфи фарте бине, тату шо фачим, шо амини се кунаска чине de fapt este de vină. Și gurile de captare, după câte ați văzut dumneavoastră, sunt pline cu apă. Noi să avem o discuție serioasă la acest capitol cu responsabil. Rezultatele expertizei trebuie să fie prezentate la următoarea săptămână.